Что касается ярового сева, нам необходимо обеспечить сев на площади 2 616 900 тысяч гектаров. Яровой сев ранних зерновых и зернобобовых составит 1 164 тысячи гектаров. По вашему поручению в этом году, чтобы обеспечить потребление страны крупы и гречки, мы высеваем 22,8 тысяч гречки и увеличиваем ее на 187%. Семена в стране есть, а задача эта будет обеспечена. Мы возделывали гречку под свою потребность. На сколько процентов? Обеспечивали себя на 50%. А 50 мы всегда говорили с России брать. Она была дешевле. Ну понятно, у них условия лучше, договорились, но вы видите, что в этой ситуации, поэтому надо возделывать гречку. На весь объем потребления. Какая бы ни была у нас тут урожайность, почв хватает. Надо подобрать почвы соответствующие, где можно возделывать гречку. Надо изучить хорошо эту культуру, технологически все соблюсти, и мы получим те же объемы.